Всем большой-большой привет, друзья! Всем привет! Коврики! Доча! Я ем! Я ем! Доча шоколадку жует! С воскресным днем вас! А мы едем на речку, спонтанно так собрались. В общем, с утра я сегодня была в храме, потом переделала домашние дела, потом папа наш говорит: слушайте, жара такая, вроде бы как-то воскресенье, под кондиционером сидеть скучно, давайте выйдем куда-нибудь на реку. И едем мы, в общем, приехали так спонтанно, нежданно, негаданно в сторону гор. В общем, река Белая, да, Саш, на Белую, папа сказал, мы едем. Да, вроде Белая. Да, в общем, на Белую реку. Ну, сейчас подъедем, все увидим, все вам покажем. Я, правда, какая-то сегодня сонная, замученная. Мы вчера с сыночком до 12 ночи сидели, пытались зарегистрироваться на сайтах вузов, туда, куда хотим поступать, вот, и там нужно на каждом сайте, в общем, зарегистрироваться, создать личный кабинет, и сами знаете, что сейчас все поступление дистанционно. Ой, в общем, так это все нудно, мучительно и не так легко, как кажется. В общем, все нужно, все документы сканировать, прикрепить все файлы и отправить все это в электронном виде. Вот, завтра еще пойдем в больницу, вернее, Саша пойдет, наверное, сам со своим другом проходить медкомиссию. Ну, в общем, суетимся, крутимся, и, честно сказать, голова забита сейчас только этим, и даже не до отдыха. Ну, тут раз уж получилось так, что папа наш решил устроить нам этот спонтанный отдых, почему бы и нет, почему бы не воспользоваться. В общем, быстренько закинул нас всех в машину, сейчас заехали в магазин, пошел купить каких-нибудь вкусняшек, там нас ждут наши кумовья. Вот, купальник я не брала, дети тоже купаться 100% не будут. Ну, может быть, разочек папа наш занырнет. А мы посидим на берегу, покушаем что-нибудь вкусненького, дыньку взяли, арбузик, в общем, шашлычка немножко, я так поняла, там пожарят, и, в общем, отдохнем. Потому что отдыхать тоже нужно. Да. Ну что, покажу вам красоту местных окрестностей. Но Белая река холодная, она холоднее Куржипса. Поэтому купаться я точно не буду. Сейчас потрогаем водичку. Ну, так сказать, прохладненькая, но в принципе прикольная. Зато освежает. Ой, Тёмка рыбу ловит. Тут кумовья наши, ну, простите, никого вам показывать не буду. Они... не любители сниматься. Доча говорит: меня покажи. Ой, ну как всегда, все, красотка. Ну так я вам быстренько засниму по кругу всю нашу компанию. Доча, ты купаться не будешь? Не, не купаюсь. Тёма, здесь глубоко? Нет, не глубоко. Ты купался? Здесь приблудилась собачка. Смотрите, какая красотка. Это, я так поняла, она ничья. Бездомная. Кормящая мамка. Кормящая мамка. Смотрите, у нее какие сисечки набухшие. А где же щенки, интересно, ее? Ну, такая дружелюбная, видимо. Сыночек, ставь стулья. Сейчас. Будем располагаться и отдыхать. В общем, кумасики наши молодцы. Пока мы тут доехали, кумец уже и шашлычка нажарил. Уже остыл. Ничего. Кумец арбуз как красиво порезал. Ой, а дыня пахнет. Папуля. Пепси надо? Да. И дыньку порежешь? Смотри, я взял это. Опять сегодня грешу. Ну как отказаться на речке от холодной пепсиколы? Класс. Воздух свежайший. И, кстати, возле реки не так жарко. На, косточку. Вкусно? Соленая сильно. Что? Горькая? Чуть-чуть. Кушай, кушай. Песик, собачка, вернее. Ай, какая ароматная. Пахнет. Папа, скибочку маме срочно.
Так, видишь, я нарезал. Медовая. Хорошая? Холодненькая. Я думала занырнуть, но что-то я не решилась. Холодненькая. Приезжайте к нам на юга. У нас хорошо. Кумец разжег костерчик. А вы любите смотреть на огонь? Я очень люблю. И запах костра люблю, запах дыма. Папуля! Освежает? В общем, папа наш все-таки решился нырнуть. А я только ножки помочила. Сыночек, да. Вкусные чипсы? Да, были вкусные. Пока я не начала тебя снимать, да? Да. Танюшка, что ты такая грустная? Жарко. Жарко? Кайфуй, лето. Лето скоро закончится. И начнется школа, мучение. Да, сынок? Скажи, Таня, кайфуй, ты на природе. Собачка. Смотрите, как она залезла в воду. Жарко, ей воду пьет. Прохладная водичка, да вкусная. Да ты моя хорошая, жарко тебе, да? Жарко. Мамочка. Где-то кутятки есть, наверное, щенятки. Не жизнь, а малина. Я здесь жизнь. Жить остаюсь. 4 часа 16. Нифига. Классно. Вот бы так целыми днями ничего не делать. Загорать. Юль, что я тебе говорю, ведущим позвонила 16. Юль, нам только надо знать. Смотрите, какую мы тут картину наблюдаем. Сплав на байдарках. Прикольно. Надо тоже так, да, попробовать как-нибудь? Ну а что, тут же таких сильных порогов нету или есть местами? Страшно. Ой, классно! Нам уже машут. А ну-ка, друженька, помахали ручками, молодцы какие! Подплывай! Возьми! Да, третьи сутки в пути. Возьмите меня с собой! Классно! Супер! Чего и вам желаем! Это газель вам забирать вас? Миша-то? Миша? Нет. Красиво, как вы идете! А есть такие там опасные пороги, спуски есть? Есть! Интересные. Мы троих потеряли. Троих потеряли? А вон еще одна лодочка плывет. Вы потеряли, а они заберут, да? Ну. Подписывайтесь, рапим 123, там все есть. Понял. Вот 800 рублей. Рафтинг 123, да? В Инстаграм, наверное? Ну, да. Ну, посмотрим, хорошо. Клево. Этих больше потеряли. Да, мы, говорит, троих потеряли. А вот вторая плывет. Класс! Помахали ручками помахали, быстро дружно! Прикольно! Обязательно, спасибо! Вы никого не потеряли в пути? Все на месте! Ну, счастливого вам пути! Лето! Ах, лето! Лето красное, будь со мной! Ой, я уже тут вдоль берега.
иду, спотыкаясь, позавидовала прям так байдарщикам. Думаю, как бы тоже так хотелось. Надо как-то приехать в горы, попробовать тоже спуститься. Говорят, прикольно. Фух, наелись. Думаю, пойду прогуляюсь вдоль реки. Воздух такой хороший. Сейчас уже дело к вечеру. Потому что на месте, когда стоишь, начинают комарики, я вам так скажу, подгрызать по чуть-чуть. Ай, а пацаны плещутся. Сейчас я вам покажу. Аж дым стоит. Прям как мы в детстве. Из речки нас не выловить было целыми днями. А, весело, мальчишки на великах приехали. Видимо, где-то живут недалеко. И плещутся себе тут целыми днями, наверное. Вот, а здесь смотрите, какое течение. Сейчас дойду, покажу. Там, где мы сидим, прям спокойная такая заводь. А здесь прям так круто шумит водичка. Здесь бы я уже, наверное, побоялась купаться или плыть на байдарке. Обалдеть. Да, река так река. Широкая река, глубокая река. Ух, какая бурлящая. Класс. Что сказать? Природа у нас, конечно, благодать. Красота, да и только. О, мальчишки на камере купаются. Прикольно. Это с чего камера, Лёш? Такая огромная. Да, с газона. Да. С газона? Вот тебе и круг. И чё? О, поплыли. Прикольно. Ля. Раз. И все, лодка. Вот тебе и байдарка, да, своя. У пацанов. Самый лучший шашлык — это хлеб на костре. Я рыба, я никогда не буду болеть. Ну, Вань, давай, обтирайся. Давай. Отдыхать хорошо, но... Всему есть предел. Нужно ехать домой, потому что уже темнеет, комарики кусают. Сейчас пока доедем, уже будет темно, путь не близкий. Сколько километров отсюда до нас? Километров 100? Больше? Да, 50-60. Да, 50-60, а я что-то думала побольше. Ну все, друзья, прощаюсь с вами. Всех люблю, всем пока, до новых встреч!